Друзья, всем привет! Меня зовут Александр, я бармен гастробара «Библиотека» из города Вологды. Сегодня мы с вами приготовим всем известный коктейль «Нью-Йорк Сауэр», но приготовим его безалкогольную версию. Поехали! Для этого коктейля нам понадобится яблочный сок, чуть-чуть сахарного сиропа и свежевыжатый лимонный сок. Мы берем самый красивый ротс и его охлаждаем. Дальше нам понадобится шейкер и оружие бармена джиггер. Первым делом у нас идет яблочный сок. Лимонный фреш. Ну и самый последний, немножко сахарного сиропа. И также нам понадобится чайная ложка сухого белка. Теперь мы все это смешаем, но, внимание, безо льда. После того, как у нас сухой белок растворился, теперь мы охлаждаем этот коктейль. Ну и теперь мы переливаем коктейль. И, наконец, мы добавляем наш ключевой ингредиент – это безалкогольное красное вино. Ну и завершаем мы все это эфирными маслами апельсина. Ну что ж, друзья, наш коктейль готов. Все очень просто, не бойтесь импровизировать. Готовьте вместе с Максимом.